16 января 23 года. Какая погода? Что-то святое. Надо ехать на день рождения. Красота. Ну, как бы собрались. Сейчас вызовем такси. И вперед. Ну, как есть, так и есть. Желудочек есть. Ну, ничего. Я думаю, на данный вопрос всем женщинам, всем мужикам. То, что есть, то одевайте. Вперед. Ну вот. Такси вроде бы подано. Поедем дальше. Где наше такси? Неизвестно. Сейчас посмотрим. О, наше такси. Сел я в такси к своему старому знакомому, можно так сказать, да. Я уже ездил, да. Так что мы едем вперед. Едем, едем в далекие края. Это у нас Бикинская трасса. Вот так. Снега нету. Так что пока мы съедем. Мастера не может найти. Да? На привод. Все. С такси мы вышли. Пойдем посмотрим. Что в магазинчике у нас? Я думаю, красную корочку купим. И лососины. Побежь лосось. Такая штука, красная рыба. Больше ничего не нужно брать, я думаю. Нам этого не нужно. Нам нужно быстрее, скоро и четко. Раз, два, три, раз, два, три. Есть у нас игра или нет? Есть игра. 74 евро. Офигеть. 74 евро. Ну ладно. Разберемся. Ага. Посядем, у нас есть. Равность есть. Нормально. Все, пока мы случились. Ну что, вышел с магазина. Надо покупать цветы. Немного сейчас мест у нас здесь, в центре города. Ну, может и много. Ну, я знаю, как мне удобней, так я и буду покупать. Вот. Здесь, я думаю, что мне там снять разрешат. Сейчас мы посмотрим. Ага. Сейчас определимся, потом включимся. Ну, как бы я, наверное, определился. Сейчас мы посмотрим. Здравствуйте. Ничего, что я снимаю. Мне нужно где-то 15 роз красивых. Аранта,
Давайте определимся. Вот, вот на этих. Да? Пожалуйста. Красота. А как ваша фирма называется? Как ваша фирма называется? Вот. Приходите сюда и покупайте цветы. Самые лучшие цветы в центре города Риги. Ну вот. Пришел я, значит, в парикмахерскую. Как я выгляжу? Я вас могу сфотографировать. О, меня, кстати, Марина хорошо постригла. Посмотрите на меня. Красавчик. Нет, это фирма Deluxe. Чака 55. 57. А Чака 57. Вот. Великолепная обстановка. Великолепные мастера. Приезжайте, подстригайте, приходите, правильно, Марин? Мы всегда рады. Всем до встречи. А это сеструха моя. Привет. Привет. Кому только привет? Привет всем. Всем привет. Это Жанна. Да. Да. Красотулечка моя любимая. Все гости уехали, другие гости приехали, так что... Не, ну это водка моя, ты же не пьешь водку. Не-не-не. Вот, девочкам шампанское, бальзамчик. Вот. А где Фран? Фран дома. Черт возьми, другой не сказал. Пойду сниму втихаря, мама. Идем снимать. Снимают. Тетя Аня не любит, когда ее снимают. Мы втихаря немножко сняли. Она пока сам с розами разбирается. Ну, как бы так. Посидим немножко и поедем по домам. Давай. А я водки-то не налил себе. Жан, вот поухаживай так за мной, потому что у меня камера включена, и я занимаюсь одной... Зачем такой бардак? Не надо снимать. Немножко, хватит. Пожалуйста, так не надо. Я же для себя снимаю. Ну, зачем бардак? Не снимаю. Вот какой бардак? Ну, вот на нас, да, но только там. Ну, вот так я сюда снимаю. Это... Там бардак. Я ну, вот. Знаете, туда. Что я хочу сказать, да. Тетя? Да. Хочу поздравить вас с днем рождения. Да. Чтобы были всегда прекрасные, такие красивые, да. Всегда улыбались, никогда не хмурились, не печалились. Да. Мы постараемся, как говорится, помочь вам, посодействовать. Да. И никогда... Ну, короче, это все хорошее. Не нести туп-ту. Да. Не нести туп-ту, правильно. Правильно. Сетруха, давай, молодец. Молодец. Домой не соскучишься. Жанна всегда молодец. Ага. Она будем такая веселая, бодрая у нас. За вас. Да, спасибо большое. Ням-ням. Вкусно. Обалдеть можно. Да. Ой. Если ты меня снимаешь, я должна губы накрасить. Нет, я не снимаю. Я просто так. Я просто так тренируюсь. Я тоже. Тебя я буду Жанну снимать. Давай. Да, можно? Да. И тебя нельзя снимать. А что мне снимать? Ну, мы же сидим. Женщина в возрасте. Преклонном. Дальше расскажи. Ну как?
Вот так. Воды нет, газа нет. В Германии или здесь? Все выключили. На улице живем, одеялком накрываемся. Ну так, так потихоньку. К маме приехала, помылась. Скоро к Сереге поеду помыться. Вот вода у него там много. Воды. Для меня, для тебя бесплатная вода. Вот видишь, я даже, вот не зря прилетел. Я даже две ванны для тебя наберу. Вот даже две. Все, адрес скинь потом. Без проблем. Мне я могу отдать. А? Адрес, да? Мама да. даст. Да. Сеструха приедет ко мне. Господи, бедная Германия. Бедная, это вообще. Ой. Да. Дурдом. Как по-немецки будет ужас? Шреклих. А, Шаусмас, короче. Ну, Шаусмас, Шреклих, почти одно и то же. Ну, да, а короче, на букву Х. Да. Ой, на букву Ш. На букву Ш, на букву Х, одно и то же. Шольцу привет. Все, сырочек, смотри, какой, морковочка, чесночек. Смотри, что она делает. Чесночек. Это только для Сереги. Бутерброд. Данк. Ешь и данк, сразу сон, данк, становишься сон. Счастливым, здоровым, веселым. Если, и честно, это бред, конечно. Это нет, это чистейшая правда, так что давай, кушай. Мама, видишь, уже улыбается. Ест и улыбается. Улыбается. Я тебя подумаю, что ты пьяная, да болтай. А я есть пьяная. А что, я трезвая, что ли? Конечно. Нет. Трезвым я никогда не бываю, только когда сплю ночью. Я все время поддатая. На работе такая поддатая. Выпей, вот пожалуйста. Жан. Да. Я такой же. Я все время пью. Вот кого, и он такой же. Куда я попала? Я компанию такой. Да? Я не пью, нет. Вообще, нет. РВС Гайдара еще как зажигали. Когда молодые были, РВС Гайдара. Геннадий, за книжкой вперед, РВС Гайдара. Сейчас помню, прихожу маму забирать, они все в стельку там валяются. Я с пола поднимала всех. Что за снимать? Ну, так она правду говорит. От правды никуда не уйдешь. Ну не болтай же, она уже снимает, я тебе говорю. Люди подумают, что мы алкоголики. А я никому не показываю. Нет, нет, нет. Мама одна была трезвая, остальные все валялись. Я не планировала плохой съемок. А зачем никто не снимает? Если снимать, надо разрешение. Я не планировала съемок, и разве их планируют? Выпить можно у вас? Ну, один раз, да. Один раз. Я, говорит, не планировала такие съемки. О! Жанна, да. Жанна сделала. Кто пришел? Кому ты это снимаешь? Себе? Не знаю. Ты не, а что, и невесте перешлешь еще. И что? И что теперь? И что теперь? Что, скажет, алкоголики семья. Ну, Сережа. Нормально. Сейчас все алкоголики. Нормальные люди всегда нормально понимают. Хорошо, что не наркоманы. Да. Под алкоголик или дело святое. Выпить. Сестра. Вот, давай. Давай, давай. Я с вами не по пути. Нет. Нет, нет, давай уж. Без нас не уж никуда. Пьем так пьем. Гулять так гулять. Плясать так плясать. Твою мать. Тут, кстати, какая песня была? Да. Гулять, гулять. Гулять, да гулять, плясать, так плясать. А дальше, дай, нара, лай, лай, лай. Больше не знаю слов я. Сейчас она скажет, как они голодают в бедной Германии. Смотри, сколько у нас тут бутылок, сколько еды. Не то, что как мы живем в Германии, голодаем. Пить нечего, есть нечего. В подвале спим. Крысятина иногда приходит. И ему я тырк на шпицу. Че, серьезно, что ли? Наколем на спицу и на огоньке. А если кто-то даст нам газу, мы так поджарим и едим на 3 дня. Да. Так что приходи, езжайте к нам в гости. Угостим крысятинкой. Кушая эрзац. Я кушаю эрзац крысятинкой. Хоть один раз в год откормишься у мамы. Да. Покушай, да. Так что, мама... А ты думаешь, да, Германия, да. Германия. Вот видишь, какая там жизнь? Да.
Так что тебя немцы не пустят через границу. Дойдет. Нормально. Они так тоже все живут. Деньги все копят. Потом крысятину ловят. Зайцев у нас бегают как они. И так, чик-чик-чик-чик, пожалуйста. Что, действительно, зайцев ловят? Да, у нас там зайцев там миллион. Нет, они не ловят, они им говорят, они им жесткие все. Слишком жестковатые, мясо не мягкое. Офигели. Ну, иногда ловят, оторвут на шапку, на воротник что-нибудь, хотя бы шерстину какую-то. А там действительно зайцы. Я первый раз приехала, это не кролики. Кролики? Зайчики. Зайцы большие, у нас кролики такие. А кролики. Зайцы за кроликом бегают. Слушай, одни мальчики. Молчара, блядь. Все голодные, бедные. А еще медведи иногда выходят. Белые. Кто ж на трезвый? Я слышу, ей шеф компании считает, что она пьяная, а она притворяется, что ничего. Я не притворяюсь? Да. А есть пьяная. Ну, это хорошо, откуда берется, у меня даже мысли такие не выберутся, не может. Какие-то все это, я сижу и слушаю тебя. А поэтому тебя любят в компании. Несутся мысли. Конечно. Я не успеваю информацию записывать, они несутся. У меня все подряд, я. Так, Сереж, покушай салат. Ты еще испанский не забыла? Нет. 1, 2, 3, 4, 5. Так это английский. Нет, испанский тоже. Oye, ¿cómo va? Muchacha, tengo que abrazar. Querida Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Офигенно. Молодец. Pides el pescado, te lo doy. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Así más fuerte poder cantar. All in Spanish. Все на испанском это было. Концерт окончен, Серега. Давай пить.